Традиционно принято считать, что люди в возрасте не самые желательные кандидатуры для работодателя. С точки зрения участников сегодняшней конференции, которые обсуждали перспективы на рынке труда тех, кому за 50, государство должно дать четкий сигнал и работодателям, и системе образования, что людей старшего возраста нельзя сбрасывать со счетов, что они имеют право на новую профессию, работу, карьеру. На деле же людям больше приходится надеяться на поддержку местных самоуправлений, которые находятся ближе всего к человеку и которым проще найти решение в каждом конкретном случае. Местные самоуправления со своей стороны могут оказать поддержку людям, которые не могут найти себя на рынке труда. Тем более, когда речь идет о тех, кто закрылся в четырех стенах и уже утратил надежду. Для этого работают социальные отделы, функционируют клубы для обучения и переобучения. Поддержка подобных начинаний, в частности, может выражаться в таких простых для местных самоуправлений вещах, как предоставление бесплатных помещений для проведения занятий. Впрочем, о трудоустройстве людей старшего возраста правительство и независимые эксперты думают по-разному. Министр социальных дел Ханна Певкур, выступая на конференции, заявил, что Эстония по занятости пожилых входит в Европе в первую пятерку. Но говорившие после министра специалисты приводили цифры, которые свидетельствуют о том, что картина далеко не столь лучезарна. К примеру, в 2010 году в Эстонии действительно работали 57% людей в возрасте от 55 до 64 лет. Но при этом они представляют собой группу риска на рынке труда. Потеряв работу, эти люди ищут новое место очень долго, каждый третий из них долговременно безработный. Не добавляет оптимизма и тот факт, что 82% готовы на любую работу, никак не соответствующую уровню их образования и квалификации, а 60% и вовсе готовы работать за любую зарплату. Но перспективы для улучшения ситуации есть, тем более, что работодатели ценят людей старшего возраста, которые обладают крайне важными качествами. Корректные люди с образованием, с огромным житейским опытом, с огромным профессиональным опытом. Просто сложилась так жизнь в стране, что по той или иной специальности нет возможности трудиться. И, к счастью, вот благодаря государству и всевозможным программам появляется возможность переучиваться и работать по какой-то новой, может быть, не такой сложной, не может быть, не такой престижной профессии, но в любом случае это заработок для людей. Они для работодателя представляют достаточно высокий интерес, особенно когда решают там всевозможные проблемы, связанные с языковыми и прочими вещами. Вот. И их берут, с удовольствием берут на работу. Главный совет, который дают работодатели – не бояться искать. Рабочих мест в Эстонии сейчас достаточно много, и даже если нужной квалификации у человека нет, постоянно проходят курсы, обучение, работают клубы, в которых недостающие знания можно подчерпнуть. Причем, как правило, бесплатно. Максим Волков, Вячеслав Скалецкий, Первый Балтийский канал.